В секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась новая выставка «Парадоксы успеха», посвященная 110-летию советского киноактера и певца Марка Бернеса. Марк Бернес – советский актер кино, эстрадный певец, народный артист. Многие композиторы одновременно мечтали и опасались с ним работать. Он был талисманом, приносившим удачу, но вместе с тем о сложностях его характера ходили легенды. Марк Бернес являлся одним из наиболее любимых артистов советской эстрады середины 20 века. Во многом благодаря именно Бернесу сложился золотой фонд советской песенной классики. Наибольшую славу получил после исполнения песен «Темная ночь», «На безымянной высоте», «Эх, дороги» и съемок картины «Большая жизнь». В экспозиции представлены книги о жизни и творчестве советского киноактера и певца Марка Бернеса. Среди книг особый интерес представляют следующие издания: «Рыбак» Марк Бернес, «Марк Бернес. Такие воспоминания о Бернесе», «Сапожкина. Любовь нечаянно нагрянет от Утесова и до», далее «Смирнова. Мастера советской песни», «Скорохода. Звезды советской эстрады. Очерки об эстрадных певцах, исполнителях советской лирической песни», «Конников. Мир эстрады» и другие. Уважаемые студенты и преподаватели, приглашаем посетить нашу выставку.